В Шигунах сегодня выбрали нового председателя палаты муниципальных районов. Ранее этот пост занимал Алексей Петрович Попов. Напомню, 20 февраля он назначен на должность министра сельского хозяйства региона. В связи с этим было решено выбрать нового руководителя ассоциации. Им стал глава Безенчукского района Евгений Викторович Сараев. Решение принято единогласно. Кроме того, на встрече обсудили целый ряд вопросов, в том числе, как эффективно и грамотно вести работу с населением, в том числе по организации общественных и массовых мероприятий. Это не носит какой-то очень официальный характер наша встреча, а именно дискуссионная площадка среди коллег, среди глав муниципальных районов для выработки каких-то оптимальных решений, которые в последующем могут быть транслированы и вынесены на рассмотрение президиума Ассоциации местного самоуправления или же вынесены на съезд для решения вопросов на правительственном уровне или на уровне губернатора.